Всем привет! В этом видео я покажу, как редактировать подвал сайта WordPress. Предположим, что мы установили сайт для агрокомпании на шаблоне. Вот мы выбрали такой шаблон. Чтобы его превратить в сайт, нам нужно заменить тексты, картинки. И внизу, в подвале, так называемый футер, нас вот не устраивает, что здесь вот вылезли какие-то ненужные элементы, да? Такое бывает часто. Чтобы их убрать, нужно зайти в админку, внешний вид, затем виджеты, и здесь видим вот подвал, вот он поиск. Мы его отсюда просто методом drag and drop, ну то есть перетаскиванием, вводим влево вот таким вот образом. Все, мы увели, оставили вот shortcut links, ну ссылки, которые там были. Так, здесь сохранять ничего не нужно. И обновляем, смотрим, что у нас получится. Все, мы видим, что наш футер, наш подвал сайта стал таким, каким планировался быть изначально. Если вам нужно и эти ссылки удалить, просто удаляйте. Удаляете просто вот, ну, также перетаскиванием, да. Все. Здесь вы видите, что вот эти две колоночки ушли. Можно на место них поставить карту сайта, допустим, или кнопки соцсетей. То есть вот именно вот в виджетах мы меняем, ну, разделы. Да? То есть их тут много, их можно добавлять. Все. Пока.